Вопрос. Как вы знаете, многие наши традиции перегружены суеверными традициями из других культур. И многие люди даже не сомневаются в верности своих убеждений, считая, что они следуют исламским убеждениям. Недавно я услышал, что ношение определенных камней приносит какие-то предзнаменования, как хорошие, так и плохие. В частности, кто-то упомянул, что я не должен покупать ювелирные изделия с бриллиантами для своей жены, так как они приводят к плохим вещам. Соответствует ли это исламу? Ответ. Хвала Аллаху. Несомненно, все это лишь суеверия, которые не имеют никакой основы в шариате. Аллах в своих словах приводит описание женщин. Неужели они приписывают Аллаху ту, которую растят в нарядах и которая не способна ясно говорить при тяжбе? Украшения, в которых воспитывается девушка и женщина, это не что иное, как золото, серебро и драгоценные камни. Аллах даровал людям и джиннам те богатства, что выходят из моря и реки, жемчуг и коралы. Всевышний Аллах сказал, «Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними существует преграда, которой они не могут приступить. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Из них обоих вылавливают жемчуг и коралы. Бриллианты и другие виды драгоценных камней являются украшениями, которые женщинам носить разрешено. Однако эти украшения нельзя показывать чужим мужчинам, то есть не махрамам. Ношение этих камней не является предзнаменованием чего-либо хорошего или плохого. Это ложные, несостоятельные убеждения, от которых верующий человек должен быть далек. Также следует помнить, что мусульманка должна остерегаться чувствовать высокомерие, которое может овладеть ей во время ношения таких дорогих камней. А Аллаху ведомо лучше».